Дорогие аргонавты, в канун Нового года хочется с теплотой вспомнить год предыдущий. Для кого-то он ознаменовался увеличением объемов, у кого-то в структурах появились новые звездочки. Впереди новый 2020 год. Кому же поможет белая крыса? Символ года будет помогать тем, кто идет к своей цели честным путем, бережет окружающий мир и с уважением относится к людям. А я со своей стороны хочу порадовать аргонавтов двумя моментами. Первое. С январских объемов будет отменен вычет в бонусах за компьютерное обслуживание. И второй момент. Следующий год – год високосный. А значит, у нас на целый день больше для того, чтобы увеличивать объемы и подписывать новых и новых звездочек. Счастья вам в новом году, дорогие аргонавты! Удачи вам и всего самого наилучшего в новом году!